Я живу в государстве с номерным паспортом, где по базе пробить можно запросто. Греюсь у костра, вижу беспредел, за взятки чиновников под расстрел. Я бы не хотел сблизиться с крысами, кто набрал вес в государственных креслах. Бесы без чести прикрыты властью, вводят законы, народ гонят в рабство. Государство покрыто шрамами, люди заложниками стали штрафов. Сверху указы в рычаг депутатов, в ответ на них с улиц летят только маты. Твари обитают в Госдуме, вносят безумные правки в законы и рвут на части бюджет казны. Нищета палит костры. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, которые сегодня составляют элиты. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, что сегодня составляют элиту. Раз, два, мое государство. Сколько в недрах хранится богатство? Хватит ли их для моих потомков? Или все расписали олигархи-подонки? Заводы, компании, в центре здания, земли, гитары, кубометры и баррели. Где суды, что расследуют, как они? В 90-х страну все разграбили и теперь восседают наверху во власти, запустив руку всюду, где текут финансы. Любой бизнес задушат или отожмут, если мимо них идет прибыльный маршрут. Защитив себя полицией, армией, щитами в валюте и домами в Италии, им бы выжить все и свалить в кусты. Нищета палит костры. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, что сегодня составляют элиту. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, которые сегодня составляют элиту. Скажи, государство, как защититься от чиновничьих варварств? Мое государство, где взять для власти от наживы лекарства? Скажи, государство, когда в стране станет жить безопасно? Мое государство, кто сможет вывести страну из хаоса? Скажи, государство, когда прекратится самоуправство? Мое государство, как стать патриотом, не меняя гражданства? Скажи, государство, когда сырье станет народным хозяйством? Мое государство. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, которые сегодня составляют элиту. Государство имеет власть над просторами, пока его не парализовало законами. В государстве сидят паразиты, что сегодня составляют элиту. Какие военные могут быть, и какие ученые могут быть, и какие научные исследования могут быть в неграмотной стране, в воинствующей неграмотной стране? Могучее, великое государство – это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь. Темные лесы, болота, земля госбюджета, в налогов народа, это все принадлежит тем, кто у власти. На каждом шагу здесь таится опасность, грубость, наглость, водопад слез, предвыборных обещаний тяжелый груз. Полицейский пес создан быть грубым, бизнесмен жадным, проститутка животным, преступник залетным, рабочий голодным. Любой политик при власти станет подкупным, он в этом виде нужен как спусковой курок. Азартный игрок за долги войдет в любой блок капитала.
итог. В очереди делегаты хитрых шакалов ждут почести и награды. Будьте богатым, раскатывают адвокаты, штрафы неподъемны, урезаны зарплаты. Мафия за кадром, на экране благодетель. Политик — это казенный расхититель. Политики лоббируют законы, народ голодает, они снимают миллионы. Недовольны, большинство на грани, один налоги платит, другой его грабит. Политики лоббируют законы, народ голодает, они снимают миллионы. Недовольны, большинство на грани, один налоги платит, другой его грабит. Нет ничего грязней политики. Нет ничего грязней политики. Фальсификация выборов, проплаченные митинги, контроль эфиров, радио и телевидения, где финансируются даже власти критики. Разнообразие в парламенте различных партий нужно, чтобы видимо создать основы демократии. Спортсмены, бизнесмены, актеры и артисты идут во власть, ведь там совсем другие инвестиции. Политики, чтобы удержать народ в повиновении, выгодны теракты, конфликты, действия военные, противников подследствия. А от ответственности есть у них щит неприкосновенности. Вместо того, чтобы искать лекарство против рака, на оборонку заключаются контракты. Любой новый закон, очередной запрет, повысить штраф, налог, тариф, чтобы залатать бюджет. От повседневных бед, чтобы народ отвлекся, нужно найти врага и громко с ним бороться. Политики присущи низости, там извращенцев по статистике больше, чем в шоу-бизнесе. Политики лоббируют законы, народ голодает, они снимают миллионы. Недовольны, большинство на грани, один налоги платит, другой его грабит. Политики лоббируют законы, народ голодает, они снимают миллионы. Недовольны, большинство на грани, один налоги платит, другой его грабит. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Пропаганда. Голос без альтернативы, ее заказывают сверху воротилы. Вторгается она в умы с печатью и по сети, уничтожая трезвый разум на своем пути. Если все тебе твердят постоянно, что ты дурак, то в это сам поздно или рано. Поверишь, так с телеэкрана и монитора идет сток информационного террора. Любой канал, как только свой, обретает рейтинг, посетит с визитом с корочкой крендель, с таким предложением, как у крестного отца, от которого невозможно отказаться. И пусть в эфире изменились журналистов лица, зато канал стал федеральным с правильной позицией. Нищета прикрыта теперь патриотизмом и защищена, если что, в военных катаклизмах. Во всех проблемах виноваты внешние враги, в бездоказательные факты верят простаки, которыми пестрят в сети заголовки ныне. Не подорвись на информационной мине. Пропаганда, голос без альтернативы, ее заказывают сверху воротилы. Вторгается она в умы с печатью и по сети, уничтожая трезвый разум на своем пути. Пропаганда, пропаганда, голос без альтернативы, ее заказывают сверху воротилы. Вторгается она в умы с печатью и по сети, уничтожая трезвый разум на своем пути.
пропаганда, стерва неприятная, ведь это монолог невидимого оккупанта. Терпкий дезодорант перебивает запахи, кто кого поимеет. Играют подпики, в свете математики решаются задачи. В грязных новостях подачи всегда горячие. Валюта скачет, цена нефти много значит. Актриса пропаганда улыбается и плачет. Выстрелы с отдачей в головы народа. Нервы поражают и стремление расти на годы. Шакалы подлые, социологи богемы, порезав правду, внедряют свои темы. На экранах пропаганда вытеснит рекламу. Младшей сестре сопротивление не по карману. Другие деньги, другие перспективы. Порнография, криминалы, пропаганда совместимы. Эти козлины плачут о своих бедах, призывая защищать их и быть едиными. Словами вредными людей кодируют с экранов, и не за горами информационная блокада. Пропаганда, голос без альтернативы. Ее заказывают сверху воротилы. Вторгается она в умы с печатью и по сети. Уничтожает резвый разум на своем пути. Пропаганда, голос без альтернативы. Ее заказывают сверху воротилы. Вторгается она в умы с печатью и по сети. Уничтожает резвый разум на своем пути. Все держится на трех хитрах. Это ненависть, любовь и страх. Пропаганда. Это пропаганда. Все держится на трех хитрах. Это ненависть, любовь и страх. Пропаганда, пропаганда, да. Это пропаганда. Все держится на трех хитрах. Это ненависть, любовь и страх. Пропаганда, пропаганда, да. Это пропаганда. Все держится на трех хитрах. Это ненависть, любовь и страх. Пропаганда, пропаганда, да. Это пропаганда, да. Наш выбор, к сожалению, представляет из себя смесь злоупотребления административным фактором и полным ходом идущим подготовки к фальсификации. И более грязных технологий, чем эти, в мире еще не придумано. Проводите честные выборы, и не будет ни оранжевых, ни зеленых, ни синих. Будут просто свободные граждане. Политика. Доля воровская, на теневые схемы капиталисты ставят. Техника простая, всенародного наркоза баллотируется тот, кто умело грузит. Старомодный лозунг сменит новый слоган. Оппозиция торопится спасти от катастрофы. Хмурые брови сдвинуты законами. В партии вступают после краж со взломами. Это рискованно, как езда на красный. Многие авантюристы пробуют себя во власти. Дымятся страсти, предвыборная гонка. Вкладывают в тех, кто разговаривает громко. Кодировка идет с экрана в печати, чтоб не думая отдал свой голос избиратель. Обещания поданы в гарнире, но они полны ложью и невыполнимы. Выборы упакованы деньгами. Билборд пестрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы. Лицам на экранах доверяют массы. Выборы упакованы деньгами. Билборд пестрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы. Лицам на экранах доверяют массы. О том, кто будет новым мэром или депутатом, известно сверху на предвыборном этапе. Кто как боролся за кресло, сколько денег тратил, сколько прописывал свой округ новых избирателей. Бюджетники, учителя, врачи, водители. Все голосуют добровольно, принудительно, как их руководители. А доказательством будет фотография бюллетеня с паспортом. Ведут на выборы солдат ранним утром. Листы уже заполнены, осталось кинуть в урну. Наблюдатели слепы на своем участке, чтоб не прозрели вдруг. Нужно поднять им ставку. И если ты в отъезде болен или даже умер, ты отдаешь свой голос правильной кандидатуре. Не той, которая давала хлеб пенсионерам, а той, которая удобна власти в целом. Выборы упакованы деньгами. Билборд пестрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы. Лицам на экранах доверяют массы. Выборы упакованы деньгами. Билборд пестрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы. Лицам на экранах доверяют массы. От туфлей до лица. Выбирай. За свободу борца. Выбирай. С фразами мудреца. Выбирай.
Голосуем или проиграем. От туфлей до лица выбираем. За свободу борца выбираем. С фразами мудрица выбираем. Голосуем. Сбиты с толку люди от пиар-акции, для которых выборы не больше, чем абстракция. Репутация станет безупречной, депутат имеет право следовать по встречной. Настанет вечер, споры перейдут в дома. При камере спикер подсчитает голоса. А что за кадром происходит позже, известно, побеждает тот, кто платит больше. Выборы упакованы деньгами, билборд и стрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы, лицам на экранах доверяют массы. Выборы упакованы деньгами, билборд и стрит нужными словами. Полон голосов, ящик из пластмассы, лицам на экранах доверяют массы. Очень просто подмочить себе репутацию. Достаточно засветиться в компании какой-либо девушки, и на следующее утро уже вся пресса будет об этом гудеть. Мой белый флаг над крепостью, только для тебя. Меня пленила нежностью. Ради тебя начну войну, на преступление пойду. Я виноват лишь, что люблю. Триумфа молодой модели, как правило, во всем мире начинается с постели. Мейкап на теле, аромат мани. Модель из девочки, модем однажды станет. Потом она почувствует бездонный кризис, уйдя в политику, забросив модельный бизнес. Власть — это прелесть, вино и свечи, мужские тайные объятия каждый вечер. Вместо новой шубы, взяв с депутата слово, она решит однажды тоже принимать законы. А месяц сходит над партийным долгом. Политики в постели воют словно волки. В трусиках шелковых уволив секретаршу, за стены кабинета модель посмотрит дальше. А свет окрашен радугами власти, чиновники поют и разжигают страсти. Мой белый флаг над крепостью, только для тебя. Меня пленила нежностью. Ради тебя начну войну, на преступление пойду. Я виноват лишь, что люблю. Кломя стала светской дамой, депутата как собака сопровождала. Ведь она точно знала, что спасет советом, чтоб круг ее интересов совпадал с бюджетом. Найдя ответы, подбивала брать взятки, торговать законами, внося в них поправки. Будто взрывчатку вплетала в диалоги, слезы, истерику и нервные потоки. Он сидел у камина, гладил ее ноги. Рука тянулась выше, в стране росли налоги. Политика в итоге превратилась в бизнес. От аппетита приходили штрафы и акцизы. Снизу поднимаясь, росли ее запросы. Она теперь процент имела с депутатских взносов. Дела решались уже не в кабинете, а где-то тет-а-тет с роскошной леди. Мой белый флаг над крепостью, только для тебя. Меня пленила нежностью. Левуют словно волки. Политики в постели воют словно волки. Поведение премьер-министра Италии набирает обороты.
На этой неделе итальянские средства массовой информации опубликовали запись интимного разговора, предположительно между Сильвио Берлускони и проституткой. В частности, на них мужской голос, якобы итальянский премьер-министр, просит девушку подождать его в постели, пока он примет душ. А еще он хватал меня за голову. Ваше служебное удостоверение. Пока вы удостоверение не предъявите, мы с вами документы ваши. Я еще раз говорю. Так, то есть вы мне отказываете. Я еще раз говорю, документы. Отказ, хорошо, звоним в службу. Звони куда хочешь. Ты посмотри, Ромадей тут нашел. Полиция в потемках улицы утюжит падальщиками. В небе над жертвами кружат ваншот. Полицейские отчеты никуда не спешат. Офицеры в погонах коррупционеры покрывают тенью криминальные сферы. Эти хищные звери промышляют из засады, получают доли, проценты и откаты. Стволы, проститутки, наркобизнес, блюстители порядка не знают, что такое кризис. Fuck the police. Крик сирены, законодательная власть, тюрьма системы, в политике проблемы, значит будет хаос. Ночной спецназ действует без пауз, изменяя ракурс, полицейские погоны плевать хотели на конституцию и законы. Выстрелом рожденные, с головами бритыми, тяжелые чины, властью прикрыты, лицензия бандита выдается властью для полиции, только чиновники начальства. Система никогда не спит, она всегда на страже. Не заплатив, не пролетит мимо птица даже. Кому-то раздавая сроки, а кому-то власть развязывает руки, чтобы вымогать и красть. Система никогда не спит, она всегда на страже. Не заплатив, не пролетит мимо птица даже. Кому-то раздавая сроки, а кому-то власть развязывает руки, чтобы вымогать и красть. Есть кэш, пей кэш. Нет суд, срок, сэк. Есть кэш, пей кэш. Нет суд, срок, сэк. Кому законы, а кому система диктует, как заработать себе на корку хлеба. Здесь белым и пушистым быть не получится. Блюститель рано или поздно должен сучиться, стучать на напарника, подсиживать начальника, делиться взятками и выбивать признания. Здесь честь и совесть не способствуют карьере громкой. От них избавиться нужно еще на стажировке. И если слышишь вдруг сирены звук, беги. Для них мы все потенциальные преступники. Враги народа все еще на свободе, только не из-за своих заслуг, а их недоработки. Слуга системы, ее опора, вентиль идет по улице, как царь в руках дубинку вертит. Звено коррупционных схем, увядший в них по уши, системе нужен он таким, так он послушней. Система никогда не спит, она всегда на страже. Не заплатив, не пролетит мимо птица даже. Кому-то раздавая сроки, а кому-то власть развязывает руки, чтобы вымогать и красть. Система никогда не спит, она всегда на страже. Не заплатив, не пролетит мимо птица даже. Кому-то раздавая сроки, а кому-то власть развязывает руки, чтобы вымогать и красть. Есть кэш, пей кэш. Нет суд, срок, сэк. 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 Имя кривая, полиция! На месте! На месте! На месте! Бежать! Бежать! Все бежать! Руки за голову! Руки за голову, я сказал! Международная обстановка осложняется в связи с заметным расширением в последнее время конфликтных зон. Они возникают не только и не столько уже вследствие межгосударственных конфликтов, но все чаще из-за обострения внутригосударственных кризисов, в том числе на межэтнической, межконфессиональной почве. Сильное государство
Государство управляет слабыми. Не обязательно война, чтоб сделать их вассалами. Достаточно лишь припугнуть или купить главу. И вот страна уже танцует под твою дуду. А если кто-то будет против, его нужно свергнуть. Создать, найти и к оппозиции прибегнуть. Их поддержать оружием, деньгами, кадрами. И вот цветная революция стоит за баррикадами. А дальше сменится режим или в борьбе увязнет. Чужому государству уже не важно это. Когда идет дележка власти, тут не до участия в экономической и социальной части. Так выживает с рынка конкурентов бизнес. Когда в одной квартире хаос, у соседей кризис. В политике, как и везде, кто сильный, тот и правый. Тем более, когда весь мир однополярный. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Nation Dark — страна, которая год за годом тратит на оборону больше, чем на программы социальной поддержки населения, обречена на духовную смерть. Внешняя политика, за бортом разборы. Дебьются министерства стран за свои доли. Скандалы, нападения, санкции суровые. Применяют дипломаты для захвата территорий. Эту историю учат по сражениям, по победам над врагом и государственным изменам. Унесенный ветром, мировой порядок догорает. Точнее, горит его остаток. Экономику загадок подчиняют интересы. В любой стране, как механизм, используется пресса. Жуткая смесь, миротворец и агрессор. Боевики выходят из сумрачного леса. Все это деньги, за которыми расчеты. Военные начальники, это быдлота. Авианалеты, революции, победы. Государства вдруг теряют суверенитеты. На пиджаках агентов кровавые медали. Аналитики на смене власти строят планы. Грязные материалы, мир дает трещины. Внешняя политика, рыба хищная. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Источник всех ошибок – страх. Из-за страха великие нации начинали вести себя как загнанные звери, думая лишь о выживании. Сейчас все страны во всех регионах должны решить для себя. Либо вы с нами, либо с террористами. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Страны имеют на ресурсы планы. Внешняя политика, секретные программы. Дуют ураганами бури вестники бедности. Изменяя геополитику и ценности. Отрабатываются и уже активно используются технологии расшатывания внутренней стабильности в государствах, правительства которых признаются по тем или иным причинам неугодными, но и осуществлена целая серия так называемых цветных революций с целью смены режимов. Когда в стране бардак и беспорядки, культура на нуле, экономика в упадке. Когда мир шаткий, парализован взятками, и криминал верхушки задевает пятки. Идет украдкой оппозиционный блок, он в будущем кровожаден и жесток. Теневой игрок, маразматик-лидер, подсадит на иглу народ, как наркодилер. Митинги поднимают рейтинги, в оппозицию придут фанатики-политики. Эти эксцентрики с бегающими глазами создают свои перевороты по программе. Счета с нулями формируют костяк, за ними работяги пойдут бороться просто так. Наступит мрак, названный свободой, на самом деле для страны это катастрофа. Кровь, страсти, заказное счастье. Теперь оппозиция находится при власти. Убрав шасси, новый аппарат
летит, меняя политический расклад. Нет больше веры властям и полиции. Экстремисты в руках оппозиции, под прикрытыми лицами, только жажда наживы и никаких принципов. Нет больше веры властям и полиции. Экстремисты в руках оппозиции, под прикрытыми лицами, только жажда наживы и никаких принципов. Оппозиционеры, те же лицемеры, всегда готовые прибегнуть к радикальным мерам, провокациям, спецоперациям с целью потери у народа к власти доверия. Оппозиция, менеджеры в галстуках, по барам, ресторанам и в модных бутиках, всегда в тренде, а тренд, если власть ругать, значит пришло время овцам блеять на пастуха, заручившись поддержкой из-за бугра. Выбран лидер из Фейсбука и Твиттера, тот, который слов плетет как надо кружево и сумеет дать голодным оружие. Но менеджер не создает ничего нового. Менеджер приходит на все готовое, словно продавец, словно адвокат. Если дело выгорит, получит свой откат. А госпереворот им не интересен. Все затевалось ради у кормушки кресел, так как никто не знает, что же делать далее, когда на улицах уже запахло гарью. Нет больше веры властям и полиции. Экстремисты в руках оппозиции, под прикрытыми лицами, только жажда наживы и никаких. Нет больше веры властям и полиции. Экстремисты в руках оппозиции, под прикрытыми лицами, только жажда наживы и никаких принципов. Активисты, нацисты и хипстеры, готовы ли вы стать террористами? Активисты, нацисты и хипстеры, готовы ли вы стать террористами? Один здравомыслящий человек не может одобрять ракетной и атомной техники, нарушать суверенитет государств, следовательно, провоцировать конфликты военные, которые могут разразиться катастрофой для народов. И только лишь способен человек умственно неполноценный. На него надо было бы давно надеть рубашку смирительную и посадить в сумасшедший дом. Слышал тысячи песен. Новая политика идет по старым рельсам, где после острых слов увидеть дело даже не надейся. В океане крейсер, великая страна, писатель у руля, когда вокруг одна вода. Его слова красивы, как любимый праздник. Политик хитро говорит, будто бы душ контрастный. Либералы, демократ у микрофона, сильна предвыборная речь, мелодия знакома. От пения простого кровь начинает кипеть, и слушатель ночного леса в каждом слове ловит свет. Президента портрет украшает кабинет, и его профиль — это ключ распределения бюджетов. Заголовками в газетах отмечается успех. Политики нам много обещают и поют для всех. С юмором цитаты наш оратор обещает всей стране поднять зарплаты. В костюмах депутаты сели птицы на трибуны и поют теперь в лесу Государственной Думы. Соловей. На крыльях летят цитаты, грациозно на трибунах депутаты песни поют, обещая перемены. Но в лабиринте власти только стены. Соловей. И пусть летят цитаты, грациозно.
грациозно на трибунах выступают депутаты. Песни поют, обещая перемены. Но в лабиринте власти только стены. Я жду хороших новостей каждый новый день. К лучшему перемен людских законов от властей. Не тех, что постоянно что-то запрещают нам. То ограничат в действиях, то облегчат карман. Я жду от власти некрасивых слов, а действий. Я сам автор стихов и сочинять умею песни. Но только не растут от них размеры пенсии. Лишь тарифы ЖКХ, налог и цены в магазине местном, на политической сцене. Без меркантильной цели, когда появится тот, кто перейдет от слово к делу. Но вся беда, кто вел вчера за собой толпу, сегодня сел на должность, а на людей плевать ему. Когда есть дети, семья, друзья, любовницы, чиновник и без нужд народа в заботах полностью. Не зря же столько денег в него вложил инвестор. Нужно отбить и заработать, пока не сняли с места. На крыльях летят цитаты, грациозно на трибунах депутаты. Песни поют, обещая перемены, но в лабиринте власти только стены. И пусть летят цитаты, грациозно на трибунах выступают депутаты. Песни поют, обещая перемены, но в лабиринте власти только стены. Но только он может создавать реальную конкурентную экономику, современную, без вытягивания государственного бюджета и околачивания вокруг чиновничества. Река непостоянна, она меняет русло. Средний класс выглядит тускло, когда в кармане пусто. У голодного народа начинаются беспокойства. Деньги умеют таять, как снег, особенно когда их топит кризис, а не человек. Этот эффект свободного падения первым испытает средний класс из населения. Бюджетники и в разных сферах профессионалы будут молча наблюдать, как мало денег вдруг стало. Бедная программа попадает в струю, временем подкралась работа только за еду, будто бы в аду. Народ молчит и терпит, но перемены в экономике ничем не светят. Налоги, коммуналка, штрафы, ипотека в долговую яму загоняют человека. Пересыхают реки, множатся бюрократы, средний класс, две минимальные зарплаты. В правительстве дебаты, чем пополнить казну громким и активным. Путевки выдадут в тюрьму, все летит в трубу, коррупционный ветер. Но хуже всех придется тем, у кого дети, пряник и плеть. Да от каждым есть начальство, средний класс, основа государства. Река непостоянна, она меняет русло. Средний класс выглядит тускло, когда в кармане пусто. У голодного народа начинаются беспокойство. Река непостоянна, она меняет русло. Средний класс выглядит тускло, когда в кармане пусто. У голодного народа начинаются беспокойства. Богатый все богаче, бедный беднее. Деньги к деньгам, без них на дне. Как только делаешь попытку пересечь границу бедности, опять то кризис, то налог, то курс изменится. А брать кредит, чтобы рассчитаться по кредитам старым, чтобы удержаться на плаву, необходимо стало. И бизнес малый не ради дома в Ницце, а чтобы чья-то дочь в вузе смогла учиться. Банковский сектор все повышает ставки, людей толкая либо в тень, либо в удавку. Богатеет, кто лоббирует поправку.
в законодательстве через чиновника, предлагая взятку. Пока ты жив, пока в запасе есть подкожный жир. Ты средний класс, а значит, в кассу деньги положи. Кого-то кормят ноги, а кого налоги. Для первых съемная хата, а вторым чертоги. Прослойки богачей, владельцам нацбогатств нужны покорные рабы, а не сытый пласт, что требует гражданских прав, честных выборов, независимых газет, новых лидеров. Река не постоянна, она меняет русло. Средний класс выглядит тускло, когда в кармане пусто. У голодного народа начинаются беспокойства. Река не постоянна, она меняет русло. Средний класс выглядит тускло, когда в кармане пусто. У голодного народа начинаются беспокойства. Собрались выразить свое недовольство деятельностью правительства. Среди требований – справедливые выборы, конституционные реформы, освобождение политзаключенных и искоренение коррупции. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведения реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведения реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Агитация, гипноз, печать, администрация. Коммунисты, демократ, за идеи будут драться. Когда закон шатается, взятка — это пропуск. Бюрократов высылают в долгосрочный отпуск. Судебный компас, демократическая власть. В каждом государстве найдется, что украсть. Предвыборная страсть, выборы, банальность. Гласность — это правда и вера в безнаказанность. В мире популярности маленькие короли, граждане просто пешки. В демагогии войны рабочие рабы. Под крышей деспотизма диктаторы в ночи. Насилие над бизнесом. Выходом из кризиса станет законодатель, идеолог, лидер, наблюдатель и предатель. Консерватор, чьи гаснут батарейки. Либерал всегда готов потратить чьи-то деньги. Ночные рейды, устрашающие средства. Боятся и страдают страны тоталитаризма. И если что-то вышло у власти из-под контроля, то цензура срежет так, чтобы спалось всем спокойно. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведения реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведения реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Врач, лучше доброго министра. За лозунгами прячется очередь на кресло. Новостная бездна, хэштеги, маяки. Изо рта монарха выглядывают клыки. Буйные быки, бесконтрольная оппозиция. Голоса в парламенте, победа инвестиций, культы, амбиции. Партии с особым пылом подчиняют регионалов финансами и силой. Никому нет дела, как в бедности живет дно. Трусливое правительство совершает только зло. Официальное лицо управляет пропагандой, чтобы репутация была у президента главной. Деньги олигархов поддерживают режим. Республиканский дух развратен и честолюбив. Переделав мир, безумец, реформатор, уничтожив все, что было на пути, ходит по канату. Страна богата, пока свобода слова рулит. Социалисты индивидуума срубят. Час пробит, затмило небо тирания. Но в социальный слой придет мессия. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведения
не реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Одни политики другим идут на смену. Трупы покидают политическую сцену. Народ просит у неба проведение реформ. Государством правит буря, засуха и шторм. Единственной традицией, которую мы утвердили за 25 лет, это традиция хамства, пренебрежения общественным мнением и человеческим достоинством. И никакой демократии. Я выглянул в окно, где гуляла демократия. Она была на каблуках и в экстравагантном платье. Личико ее с экранов мило улыбалось. Во мне какая-то надежда где-то грелась малость. Я выбежал за ней, но увидел забастовку. Кричали люди громко, не оплатив парковку. Сбив профсоюза с толку, министра убеждали понизить цены на бензин и дать им больше права. Полиция молчала, тихонько собирая нал на красный светофор. Проезжал толстый капитал, подворотник криминал. Выбивал долги биты, чтоб переодеться и в Европе стать элитой. Как всегда со свитой, в лимузине шоу-бизнес. Впереди бомжи, дорогу переходит кризис голубой месяц. На лежаках аристократы, голосуй народ. Все за демократов. Демократия, власть в руках народа. Запах демократии, свобода слова. Демократия, это право голоса. Когда государство тебя обувает полностью. Демократия, власть в руках народа. Запах демократии, свобода слова. Демократия, это право голоса. Когда государство тебя обувает полностью. Рука руку моет, ворот депутат прикроет. Если вовремя заносишь долю, получая профит, все будет шито-крыто, когда все по закону. Зарплата с госбюджета и часы за миллионы. Соблазнительное платье демократии меня влекло. Я шел как слепой на сладкий голос. Золотой демократический строй руководится спутником. Информационный блок, порция наркотиков. Демократия свернула, а передо мной чиновник. Тихий взяточник и государственный преступник. Бывший уголовник торопится в прокуратуру деньги занести судье за криминальную структуру. Построены в колонну бравые солдаты. Они едут по приказу на стройках дяди депутату. Выглядят богато в темных костюмах бюрократы. Чтобы похудеть на ланче, летают в Эмираты. В красном Мазерате ведущая телеканала. Дама, что в эфире мэру голос отдавала. Семейная программа сносит бедные районы. Рабочим предлагают рай в пригородных зонах. Генеральские погоны террористам продают железо. Об удачных испытаниях ракет вещает пресса. У руля прогресса сегодня демократия. Но я так и не понял, как же повидать ее? Демократия, власть в руках народа. Запах демократии, свобода слова. Демократия, это право голоса. Когда государство тебя обувает полностью. Демократия, власть в руках народа. Запах демократии, свобода слова. Демократия, это право голоса. Когда государство тебя обувает полностью. Рука руку моет, ворот депутат прикроет. Если вовремя заносишь долю, получая профит, все будет шито-крыто, когда все по закону. Зарплата с госбюджета и часы за миллионы. Демос народ, власть это критос. Термины еще в древних Афинах зародились. Философы как боги, видимо, сыграли в теннис. И демократия в лице народа появилась. Не заглушить вам, не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству, долой его, и похоронить его чем глубже, тем лучше.